трахнул. Она та еще катастрофа. Предала нашего создателя. Может, Сквидиус? Сквидиус? Из рогов выжил? Нет, хватит. Нужен лидер. Я не раз видел, как Максимус использовал эту штуку. Воссесть на трон значит руководить замком Максимуса и всеми его обитателями. Узрите нового господина! Величайте меня лордом! Это будет трудно повторить. Здравствуйте, дети мои! Максимус! Если вы это смотрите, меня схватили. Не волнуйтесь, я этого ожидал. Как и того, кто сейчас валяется у ваших ног. Надеюсь, это в очередной раз доказывает мою власть. Но сейчас король подскажет вам, как спастись. Не бойтесь его. В нем ваше величайшее оружие. А также ключ к моей свободе. Доброе утро, мисс Кингстон. О, доброе, Дерек. Здравствуйте, мистер Кингстон. Новые врата смотрятся ярко. Безопасный режим. В обычном будет не так. Лови. Итак, тестирование отдачи жестким светом. Пуск. Попробуй, Дерек. Отличные показатели. Работает. Сильно. Даже очень. Уверен, папа перепроверит, но я скажу, новые врата просто класс. Отличная работа. А где доктор Динамо? У внутренней земли, допрашивает Максимуса. Странно, что мы наконец поймали безумца. Он вторгся в купол с армией, но мы выстояли и победили. Наш худший день стал лучшим. Все прекратили. Баскетбольный зал. Быстро. Что там? Опять вторжение? Еще круче. Что происходит? Вторжение остановлено. Наш величайший враг повержен. Я проснулся утром и почувствовал себя победителем. И говорю себе, как выразить эту крутость? И сам себе ответил. Вот так. Зацените народ. Ой-ой. Барабанная дробь. Конкурс. Вы придумаете свой слэм-данк. Сможете круче? Я свой уже придумала. Да, будет весело. Если не забудем про безопасность. Делайте, что нужно. Каждый придумает свое. И сегодня вечером соберемся. А где Эрика? Она должна участвовать. Терпеливый человек, Максимус. Но и у меня есть предел. Что ты сделал? Хочешь узнать про жену? Про милую маму Дерека? Про то, как я похитил ее и стер из вашей памяти? Навряд ли угрожать моей семье сейчас хорошая идея. Ты еще не сказал Дереку? Знает ли он, что из-за меня забыл свою мать? Я не заставлю Дерека поверить лжи человека, который все потерял. Все сомневаешься. Джулианна, так ее звали. Любовь всей твоей жизни, прости, была, пока я не забрал воспоминания. Ты лжешь. Убеди меня. В свое время. А пока сочные новости. На данный момент мои диномены достали настолько мощное оружие, что с ним они изменят... Ну, все изменят. Надеюсь, меня здесь не найдут.
Нашел тебя! SD, я хотела побыть одна. Ладно, я тоже так сделаю. А чего ты там рисуешь? Скелеты бьются против магов? Это моя фишка. Нет, это эскиз. Он будет называться «Конец худшего дня в моей жизни». Зло! Шерман не зло, SD. Это мой домашний паук. Свою сущность он не изменит, так же, как и остальные. Ну, а ты не хочешь поболтать? Зачем ты здесь? Вообще-то я хотел пригласить тебя поучаствовать в конкурсе. Но теперь приглашаю поболтать. Видимо. Я думаю, мне стоит держаться от всех подальше. Почему? Еще спрашиваешь? Вторжение в купол — это моя вина. Скажем так, всем лучше, когда меня нет рядом. Ух ты! Это супер круто! Можно взять? Что? Нет, нет! Там с перспективой плохо. Ну, классно же! Это твоя перспектива! Это же рисунок, и не важно, что он немного отличается. О, нет! Прости, Эрика! Долг зовет! Сказанула эскизы. Исследовательский корабль подвергся атаке динаменов. Отряду нужна подмога. Есть, сэр! Активация летательного костюма. Тиракс в действии! Уилс, режим полета! Динамо вперед! Подрежем крылышки этому Динамо с его динозавром. Через 12 часов. Время для воздушной битвы. Добро пожаловать в опасную зону. Да, покатайте сейчас. Может, ускоримся, Эльки? Вот так-то. Форсаж включен. Динопинок! Вижу одного! Сверху! Амиго, скажи честно, летающие динамены выглядят круче, чем я? Не, смотри, какие у них когти! Гости на хвосте! Сядь! Дерек, генерал сказал, что тебя вызвали. Да, разбираемся с отпрысками Максимуса. Будьте осторожны. Максимус все хвастает неким секретным оружием невероятной силы. Спасибо за наводку, но без трицерохлопа и Максимуса динамены летают вслепую. Лови! СД, я внутрь! Ребят, папа на уроке стрельбы! Ха-ха, мой ход! От него ты не убежишь! Воу! Ха, это секретное оружие, про которое говорил папа! Спасибо за подарок, страшилы!
меня. Стащить мощное оружие у динаметов. Сделано. Давай проверим наших. Ой, как-то мне не по себешечки. А где же все? Просто ищи. Генерал Кейси бы предупредил, будь это беспилотник. Или какой-то... Корабль-призрак! Корабль-призрак! Ты не мог бы... Ой, прости. Кто здесь? Пошли, здоровяк. Есть кто? Ты цел? Простите, мне нужна помощь. Не волнуйся, я помогу. Я проснулся, а никого нет. О, спасибо. Так, кто ты? И где все? Вы же из ядра, да? Про агента Дина ходят слухи, но я не верил. Я Том Дилред, моя мама ученый на борту. Хм, она бы меня не бросила. С ней что-то случилось. И с командой. Ядро, прием. На борту никого, но мы нашли мальчика, сын одной из сотрудниц. Наши действия? Взять его с собой. Нужно разобраться. Агенты ядра скоро прилетят и доставят корабль. Понял. Конец связи. Скажи, Том, высоты боишься? Конечно, но я ожидал большего, типа конца света. Может, у него просто мощный источник энергии. Ну, ты разберешься, пап. Пойду доложу все генералу Кейси. Дерек. Да? Я люблю тебя. И я тебя, пап. Минутку, Дерек, Супер Дина не шутит? Меня допросит сам генерал Кейси? Ох ты ж. Не переживай ты, он как котенок. У котят когти есть. Вы останетесь со мной? А вы двое что тут забыли? Он напуган. Ну, скорее обеспокоен. Напуган? Ну. Хорошо. Я ищу Фоми. Итак... Ответь, Том, ты был на корабле несколько дней. Так ты сказал на первом допросе. Пару дней, да. Агенты доложили, что регистратор записал данные лишь за пару последних часов. Есть догадки, что стало с записями? Не знаю. Могу сказать только, что мама ученый, и она пропала. Знаю. Мы все ищем ее. А пока ты будешь с моими лучшими агентами. Это он про нас говорит. Глядите за ним в оба. Ох ты ж, вот это было страшно. Да ладно, а мне было скучно. Лучше бы сидел дома и играл в любимую удивительную команду. О, вы члены УК? Ха, а то. 70-й уровень, постоянно играл вместе с мамой. Жаль, нам нельзя поиграть или хотя бы прогуляться. Ну, размяться, может быть, и можно. Но генерал Кейси сказал... Не сводить глаз. Так и сделаем. А что там? Комната изоляции. Всякая техника и оружие конфискованы у злодеев вроде Макса Максимуса и его динаменов. Ерунда. Ерунда?
Вы заполнили всю комнату трофеями злодеев, которых одолели? О-о, я должен посмотреть. А, не думаю. Кейси был бы... Не, он прав. Это и правда слишком круто. Да. Ух ты, как же круто! Класс. А это что? А, помнишь неудачника Максимуса? Это его роборука. А, ну ладно, теперь пора идти. Стоп! Ее нельзя трогать! О, не можно! Нет, остановись! Что ты делаешь? Повышаю уровень. Выходите! Почему вы не хотите поиграть? Сегодня же мой день рождения! Том, зачем тебе это? Папа дал мне указание скорее бы встретиться. Он будет гордиться мной, когда я вызволю его. Максимус, твой отец? Это невозможно, мы бы знали, будь у него взрослый сын. Взрослый? Ха, нет, вам так кажется. Я только вышел из зала клонирования. Сказал же, это мой день рождения. Я родился сегодня! Я сын Максимуса! Зовите меня Минимус! Погоди, ты серьезно? Приятель, имя просто отстой! А, да как ты смеешь? Он прав, совсем не крутое имя! То есть мне предстоит разобраться с новой версией Максимуса? С днем рождения тебя! СД! Система безопасности ядра – ничто против кибертехнологий моего отца! Пригласим гостей! Что происходит? Динамены сбегают, остановите их! Где же, где? А, ручная блокировка замков. Умно! Он идет в камеру к Максимусу! Надо ему помешать! Задержите-ка их, динамены! Я ими займусь! Добро пожаловать на борт Дина Эйрлайнс! Прошу прощения, небольшая турбулентность. Давай-ка помешаем воссоединению семьи. Отец! Сын, как я и планировал. Какое счастливое воссоединение! Супер! Потому что вам камеру делить! Силовая атака! Больше не полетаю, Уиллс! Собой ты пролетел! Открой дверь! Поздно! Сейчас доктор тебя примет! Лазерная западня. Это же игрушка, а не оружие. Ну, я его прокачал. Сработало! Мне жаль, отец. Да, еще бы. Это только начало, Динамо! Минимус! Твой сын величайший. Не могу поверить, что все динамены сбежали. Хотя бы Максимус у нас. И он опаснее их всех. К слову, обо всех. Куда они подевались? Встречайте команду котята! На поле выходит клан Кингстона!
слэм-данк на свете! Признаю поражение. Ух ты, Эрика! Я думал, ты избегаешь людей. Но кое-кто посоветовал делиться своими мыслями. Отлично, сестра! Твоя идея со слэмом класс! Я скажу! Ты не вернул нашего лидера, ты... Разве я не проник в их штаб-квартиру? Разве не вернул изобретенную роборуку? Разве не освободил всех диноменов из плена? Король ваш, может, и пал, но появился принц Минимус! Слава нашему принцу Минимусу! Слава нашему принцу Минимусу! Я не злодей, просто не люблю людей, и особенно таких, как ты, неброшенных гостей. Ты не обольщайся, вот мой тебе совет. И, кстати, не пугайся, у меня в шкафу скелет. А туда ли ты зашел, на то ли шоу? Слишком рано ты...